Здравствуйте, дорогие друзья. Наверное, многим из вас приходилось слышать фразу: «Вот повезло этому ребенку, он за границей с родителями живет». Так это или нет? И кто же такие заграничные дети? Везунчики, баловни судьбы или заложники у судьбы своих родителей? Сегодня в программе «Граница» мне хотелось бы поговорить о том, какие существуют общие правила жизни ребенка в эмиграции, которые позволят ему наиболее полноценно жить, расти и развиваться. И поможет мне в этом моя замечательная гостья, директор семейной консультации Наталья Жукова, город Хельсинки. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Ольга, спасибо. Ну, можно по-разному относиться к самому факту эмиграции, но я думаю, что большинство родителей, которые решаются на этот шаг, они хотят лучшего будущего для своих детей. Но у любой медали существует две стороны. В чем плюсы и минусы такого решения, как по-вашему? Как вы сказали, две стороны медали. Я работаю психологом, то ко мне приходят люди, у которых сложности с ребенком в том или ином возрасте и сложности между родителями, сложные отношения. Поэтому я и буду с ракурса такого, когда сложные ситуации возникают. И когда принимают решение выехать за границу, эмигрировать из своей страны, и часто вы совершенно правы, Ольга, для блага ребенка, меньше всего думают, как этому ребенку жить за границей. То есть бытовая сторона, конечно, может быть, будет лучше. И особенности, когда вывозят детей, родители не всегда ориентируются от личности ребенка, а ориентируются, я сейчас скажу сложную фразу, ориентируются на свои ожидания, когда ребенок вырастет и получит образование, и когда у него все будет хорошо, с точки зрения родителей, которые его вывезли. И вот если и я жду, вот когда так вот и так произойдет, и вот все будет хорошо и для ребенка, и родители думают, и для нас. Ну, очень сложная конструкция, на самом деле. Она когда-нибудь оправдывается? Нет. Ожидания, родительские ожидания по отношению к детей не оправдываются, потому что ребенок оказывается в двух системах. Родители выехали из своей страны, и они прекрасно знакомы, и они продукты социума своей страны. И, ну, рекомендуется, если выезжают с детьми, то детьми младшего дошкольного возраста. Это связано с моментом изучения языка, потому что там немножко другой механизм усвоения языка. И чем старше ребенок, тем труднее ему адаптироваться в социуме тоже. Там свои особенности вот, развития в каждом возрасте. Но ребенок-то растет в двух социумах. Он домой приходит делать уроки, кушать, спать, есть и общаться с родителями. А он видит тот социум, которого родители, как правило, не знают в той мере, в какой ребенок его знает. И получается, что ребенок растет в стране, которую его вывезли, он знает много таких нюансов, у которых родителей даже в мыслях нет. Они не могут охватить всю вот полноту. У родителей страна новая, связанная с чем? Ну, почта, телефон, телеграф, скажем так. Работа, друзья по работе. А у ребенка социум намного шире, глубже и богаче. И вот этот ребенок со своими, ну, в некоторых случаях есть, кто у родителей, если становятся как бы стопроцентными членами общества, и у них много друзей, но это редкие исключения. Вот. И ребенок получается носителем двух культур. Но опять, если он несет эти культуры. Если есть что нести. Если есть что нести, да. Если мы говорим о общих законах психофизиологического развития ребенка, то они универсальны, вне зависимости от того, где ребенок живет. И вы написали такую замечательную книгу, которая описывает определенные возрастные категории. Mm-hmm. Вот, и те вопросы, с которыми родители в первую очередь будут сталкиваться в определенные ситуации, в определенные этапы жизни. Mm-hmm. Вот, охарактеризуйте, пожалуйста, основные этапы жизни ребенка и особенности в эмиграции. Что происходит?
Поскольку я работала по работаю по детско-родительским отношениям, и получилось так, что когда ко мне обращаются с вопросами детей разного возраста, я такой вот очень странный специалист, я детей не принимаю. А рекомендую родителям самим прийти на консультацию и родителям работать с вещами, которые происходят с ребенком. Потому что ребенок растет в семье. И его поведение формируется или приспосабливается он как в семье, или сопротивляется, или ему комфортно. И когда родители стали приходить, вот массовая такая пошла консультация, я поняла, что элементарных базовых вещей многие родители не знают. Вот. А есть очень много шкал психофизиологического развития, но мне близка вот Эрика Эриксона «Развитие ребенка от рождения до 18 лет». Это совершенно другое, чем у взрослого человека. Ребенок в 2 года, он совершенно не такой, как 18 лет. То есть кроме роста и конечностей, и физиологических особенностей, и роста органов, психика тоже меняется. И ребенок же не рождается, вот он 3000 слов будет знать только там к 4-3,5 годам. Это не билингвальный, это обычный ребенок. Это обычный ребенок, да. И вот самое интересное, что многие родители живут по принципу ООН. Одет, обут, накормлен. Ну, кроме как покушать, как бы, и одеться, ребенок развивается, мышление. Есть какие-то врожденные вещи, которые наследственные, генетические, как характеристики личности. Но очень много вещей усваивается и развивается ребенок в зависимости от того, какое социальное окружение или, скажем так, вот богатая русская культура, которой все гордятся. Если родитель передаст богатую русскую культуру, то у ребенка она будет. Если родитель ограничится мультфильмами сказок Роу, то у ребенка и будет вот вся культура. Как бы... Ну, как компьютер. Фактически мы должны сделать того программное обеспечение, которое позволит ему хорошо функционировать. Да. Надо сделать какую-то вещь, курс молодого бойца такого родителей. И у меня пришли как раз вот идеи этих книжек, ежедневников. Их еще, не было. Я придумала, что это ежедневник. Вот, например, от рождения он называется «Доверие и независимость» от рождения до 3 лет. Книжечка этой пользоваться в течение 3 лет. И тут даны различные рекомендации. Ну, не рекомендации, я всегда говорю, бойтесь психологов, дающих советы. Потому что это совет будет моего возраста, каждый индивидуальный, каждый человек уникальный. Но тут есть какие-то вещи, которые, вот как вы спросили, например, характерные для какого-то возраста. Да. Нет, но потом, если мы еще говорим о том, что существует взаимосвязь с родителями, и существуют те программы, у которых закладываются вне зависимости от того, хотят того родители или нет. И потом ребенок, он будет сталкиваться в последующей жизни с реализацией этих программ, с последствиями того, что у него было заложено. И бесконечно важно это знать. Абсолютно бесконечно. Да, и что так получилось, что я 8 или 9 лет работаю по конференциям, и меня приглашают, и сама выступаю. Преподаватели русского языка в школах 4-го типа, вот и в детских садах для иммигрантов. И поэтому я вот почти 10 лет очень близко контактирую со специалистами, которые преподают русский язык для наших детей в иммиграции. И поэтому вот эти книжки написаны, там составляющие, очень много упражнений по развитию родной речи, по развитию языка, вот по развитию, по реанимации той культуры, которая есть. И в них очень много по межличностным материала, задания для родителей по межличностным отношениям. То есть, потому что состояние ребенка зависит от состояния родителей. Естественно. Да? К этой непростой теме мы вернемся после небольшой паузы. Когда мы переехали в Финляндию, Дане было 2 года 10 месяцев. Переезд он вроде перенес, но все хорошо было.
когда я хотел быть с кем-то другом, я говорил по-русски, потому что я не знал, что есть финский язык. Я учился тогда в России. После учебы мне никак было поехать домой, потому что тогда была еще гражданская война у нас дома. Поэтому решили приехать в Финляндию. Когда мы приехали в Финляндию, у нас был очень маленький дом. Кухня была меньше, чем лифт. В Дании я только на русском разговаривал. И его русский язык тоже, он не так хорошо разговаривал на русском тоже. И я на русском, на английском и на французском разговаривал тогда. Ну, мы дома говорим по-русски, и мультики мы смотрим какие-то. И мы эти мультики, они на русском языке. Ну, Даня пошел в садик. И он тогда только на русском разговаривал. Это очень сложно было ему, потому что финский язык, английский, он не разговаривал на английском и не на финском. Он иногда бежал домой, что его обижают. Но он плакал иногда. Ну а потом уже через год, уже, когда он начал свободно разговаривать на финском, это наоборот было. Там начали нам звонить из школы. Кто-то подошел к нему, те, кто его обижали, он начал уже отвечать. Финский – это чуть-чуть сложно, потому что я начала уметь русский, и потом финский, и эти слова чуть-чуть сложно запомнить, потому что там очень много слова, которые значат по-финскому «другое». Аня у меня родился в Петербурге, остальные все дети родились в Финляндии. Но с языком были проблемы у всех, потому что у нас дома мы разговариваем только на русском языке. И телевидение у нас русское, и радио у нас русское. У нас все. Мы финский язык, дети слышат только школа, садик, ну и на улице. Поначалу, но вот у маленьких детей, пока они в садик не ходят, круг общения у нас русские. Русские друзья. Потом вот сейчас Даня. У него уже больше финских друзей, чем русских. И у Катрины уже появились финские друзья, потому что она уже в первый класс пошла и финский садик она ходила. Вот. У маленьких еще вот только они общаются только с русскими. И потом в какой-то момент у него такой был толчок, что язык у него пошел. Но, наверное, около 2 лет-то прошло, скорее всего. Мы говорили о детях самых маленьких, может быть, на них стоит сделать акцент, потому что вы говорили, что это идеальный возраст, когда ребенка можно и хотелось бы вывозить за рубеж. Что в это время, какие программы закладываются и чему нужно уделить особенное внимание? Вот если говорить о возрасте с рождения до 3 лет, то вообще, вот, например, возрастная таблица ребенка, вот, развития, оно у Эриксона, например, так называемые, есть возрастные кризисы. Кризис первый, там несколько дней от недели, когда первая улыбка появляется на лице ребенка. Потом кризис года, кризис 3 лет, кризис 6-7 лет, подростковый, не будем говорить, уже знакомый о кризисе. И там потом эффект пустого гнезда, когда 18 лет, как вот говорят, что какой самый лучший университет для вашего ребенка, англичане отвечают в соседнем городе. 18-19 лет, значит, ребенок должен в социум
Покинуть гнездо. Покинуть гнездо, да. И задача родительского воспитания, как вот грамотно, если подходить, воспитать ребенка так, чтобы ему было комфортно, когда он окажется уже в свободном полете. Да. Да. У нас вот выросло поколение детей в эмиграции. Я в эмиграции тоже как бы с 92-го года в Хельсинки живу и работаю по странам Европы. У нас выросли замечательные детки. Образование великолепное. Дети, знающие по 5-4 иностранных языка. Прекрасно образованные, закончившие университеты и Корке Коулы университеты. Но сейчас выясняется, не все могут социализироваться. То есть образование не равняется социализации? Образование – это не значит, что этот ребенок социализируется. То есть если он и родители давали, что у нас, мы же приехали из страны, где учиться, учиться и еще раз учиться. Да. И ребенок учится, учится, и потом весь образованный, и приезжают как бы люди из его бывшей молоди, шаровесники, из его бывшей родины, и получают, то есть это, как я всегда говорю, эффект лимитчика. Кто живет, ему вроде как бы земля под ногами не горит. А кто приехал вот только, они и занимают вот эти вот места. Поэтому возвращаемся к возрасту 3 года. Что помогает социализации? Вот, например, вторая там книжка «С 3 до 7». У каждого возраста есть вот эти кризисы. Что такое кризис? Кризис в переводе с греческого «крутой поворот». Кризис – это не обрыв, не конец жизни, не несчастье какие-то. Это крутой поворот. То есть ребенок вырастает какой-то этап, вот, например, кризис 3 лет. Он не у всех детей бывает, но не всем заметно. И опять вот про кризисы. Радуйтесь, если кризис вашего ребенка заметен. Но большинство родителей, и особенно система воспитания из нашей исторической родины, дети какие должны быть? Идеальные. Тихие, спокойные, послушные. Послушного ребенка он вырастет послушным. Но общество как будет его использовать? Извините, он будет его использовать. Как послушного, хорошо знающего какой-то конкретный материал, чему он выучился. И вот социализироваться он будет в той нише, которую общество ему... Вот шаг влево, шаг вправо, и вся социализация. Ну, хотелось бы такую вещь сакцентировать на том, как определить, что у ребенка что-то не так, а где та самая красная лампочка расположена, когда родители должны обратить внимание, что не то. Спасибо большое. Существует много как бы типов характеров, и 12 считается, там 12-13 типов характеров, и мы все отличаемся друг от друга и по реакции, и по темпераменту. Но есть вот именно общее, что, вот, как вы сказали, что, например, качество личности формируются именно возрастной проекцией. Вот самые первые качества, например, вот так книги и названы качествами, которые формируются в этом возрасте. Вот до 3 лет формируется качество личности как доверие и независимость. Что это такое? Лакмусовая бумажка. Что такое доверие? Правильная такая рекомендация есть, идеальная. Она не всегда годится. Но она идеальная, что ребенок до 3 лет должен знать одни руки. Это означает, что если он общается с мамой, то он должен общаться только с мамой. С мамой или, ну, с членами семьи. Чем это вызвано? Что у него же нервная система также формируется. Нервная система формируется до 25 лет. Вот. Угу. Не будем в подробности уходить. И существует поведение, которое характерно для личности, вот для характера, да, а существует от социума. Вот, воспринятое. Да, как адаптация, вот скажем так, психологическая адаптация тоже зависит от состояния нервной системы. И если ребенок одни руки, это что такое? Это ребенок сидит, ну вот, допустим, до года, до полутора лет. Он знает привычки этого человека, с которым он. Он знает, что вот сердце бьется, сердечко взрослого
так. Он считывает, почему? Вот, например, мальчики считаются в симбиозе до 11 лет с мамами. Девочки более социализируются быстро, а мальчики в симбиозе. И часто за несколько мама где-то там на другом конце города или в другой стране. А ребенок чувствует и маме, и точно так же и мама может чувствовать своего ребенка. И взрослые люди чувствуют своих родителей. А почему он именно до 3 считается, до 2,5? Потому что в этом возрасте ребенок говорить не может. Он не может сообщить о том, если ему что-то неудобно. Если он заговорит, он тоже не может сообщить, если его не научили сообщать, что с ним происходит и что ему надо. Если с ним не разговаривали, не спрашивали, не интересовались. Как. И поэтому, когда он на одних руках, он берет ритм жизни того человека, вот его нервная система приспосабливается. Когда много людей, много, то есть ребенок все время, он внутренне, как будет реагировать. Вот тут он расслабился, подошли, его схватили за руку. Или дома у него кормление в определенное время, у него есть алгоритм. В какое-то пришли учреждение, ему там в это время. У них еще у малышей, допустим, тот же самый аппетит, они хотят кушать, когда они голодны. Это не взрослые люди, которые хотят кушать, когда увидят, почувствуют запах. Или стрелка часов приблизится. Да, да, и они не хотят кушать, но кушать надо. И вот это именно с этим связано, что когда... Но этот человек тоже в спокойном состоянии. Если у мамы, которая одна сидит с ребенком, и у нее легкий неврозик или неврастения и слезки в глазах, то, конечно, ребенок вызовет сочувствие. Ну, ему тоже не очень, он же чувствует реакцию вот, тела. Да. Очень интересно, что вот по малышам, по детям. Я разговаривала с одним батюшкой, мы обменивались вот о воспитании. Он тоже в эмиграции работает с русскоязычными. И я не представляла о таком феномене. Ну, мне, как говорят воспитатели детских садов, что когда к нам приходит ребенок, мы все можем сказать о их родителях. Я могу, когда приходят родители, многое узнать про детей, не зная подробностей. А батюшка поделился таким... Очень интересно, он говорит, что когда приносят детей крестить, даже от нескольких недель до нескольких месяцев, я чувствую, какое по ребеночку, по ваве, ну, по младенцу, я чувствую, что это за семья. То есть ребенок, он и проводник, и аккумулятор семейный. Это он маленький, но он сложнейший механизм. Ну, вот в физиологическом. И поэтому вот эти вот, например, качества доверия и независимость. Если он знает, он привык к ритму, он спокоен, ему не надо нервничать по пустякам, и он открыт людям. И вот, например, ребенка до 3, до 2 лет, если у него сформировано доверие, как можно определить, подходят другие люди, ребенок будет улыбаться и тянуть ручки. Если ребенок при приближении других людей прячется, хватается за маму или начинает плакать, то там доверие до 3 лет. Безусловно. Тут еще на самом деле такой аспект существует, как общение с титульной нацией ребенка. И он достаточно рано здесь, в частности, в Финляндии, происходит, потому что система детских садов происходит. Какие есть особенности общения с титульной нацией у детей в эмиграции? Ой, вот до 3 лет никаких особенностей. У ребенка до 3 лет и до 3,5 лет речь та же самая. Вот речь усваивается совершенно по-другому немножечко. Ну, не совершенно по-другому, а не в заучивании языка, а в усвоении языка. То есть для него это намного легче. Но дети, так называемые вот дети, которые говорят на 2 языках, да, или на 3, бывают многоязычные, допустим, мама одной нации, папа другой, а живут они в 3-й стране. Там вообще 3-язычные дети. И таких детей принято вот в последнее время называть билингвами. Билингвальные, которые на 2 языках общаются. И у ребенка такой ребенок будет позже говорить. Мальчики вообще говорят немножечко позже девочек.
И ребенок билингв тоже говорит на несколько, от 3 до 4 месяцев позже. Но опять при условии, что с этим ребенком разговаривают и занимаются. А как родители должны разговаривать? К примеру, папа говорит на одном языке, мама говорит на другом языке. Какие общие правила существуют общения с ребенком? Правила сейчас такие, что каждый ребенок, если вы хотите, чтобы ребенку все было хорошо, благополучно и замечательное будущее, каждый родитель говорит на своем родном языке. То есть папа, мама русская, мама говорит по-русски? Мама говорит по-русски, папа фин или швед, говорит по-шведски или по-фински. И говорит на правильном своем языке. Если с ребенком билингвом говорить, что возьми, попей воды с маленьким ребенком, им говорят, вот возьми стакан, это стакан, он прозрачный. Вот это вода, вода прозрачная. Можно выпить прозрачной воды из стакана. И то же самое можно, папа говорит по-фински со своим ребенком. То есть у ребенка усваивается сразу один термин в двух значениях, одна речевая какая-то вещь в двух значениях. Ребенок это быстро усваивает. Но если мы говорим о общих рекомендациях, которые вы могли бы дать родителям, на что обратить внимание, когда ребенок растет в эмиграции? Есть какие-то там 2 или 3 золотых правила, которые необходимо учитывать? Да, золотое правило – быть в хороших отношениях и любить друг друга родителям. И даже если так случилось, что иногда дети появляются только от того, что родители встретились. И ребенок появился, а потом жизнь сложилась, что они живут отдельно. И ребенку всегда будет хорошо, если и расстались родители красиво. Потому что у ребенка может быть биологически, у ребенка папа и мама одни. И у них может быть у папы и мамы своя жизнь. Но ребенку всегда будет хорошо, если папа с мамой даже не вместе. Про вместе мы не говорим. Это понятно, что есть системная семейная психология, которую я очень люблю и занимаюсь. А так получается, что потому что частые варианты, когда мамы с детьми уезжают за рубеж со своей родины, чтобы сложилась судьба по-другому, иначе. И очень важно, чтобы между родителями остались добрые отношения. Потому что вот эти отношения им подарили их ребенка. И вот это вот. А это на первом плане всегда. А на втором, ну, как наблюдать за ребенком. Наблюдать за тем, что происходит вокруг, и воспитывать, наблюдая и уважая ребенка. Потому что нашим родителям сложно, когда я говорю, вот, уважать своего маленького ребенка. Мы же из того общества, где люди должны были быть полезны, а не уважаемы. Я очень-очень надеюсь на то, что наша беседа поможет родителям, которые воспитывают детей в эмиграции, сделать будущее их детей максимально хорошим, комфортным, здоровым и полноценным. Спасибо вам огромное, Наталья. Спасибо. Сегодня в студии программы «Границы» мы говорили о особенностях воспитания детей в эмиграции. И с нами была Наталья Жукова. Всего вам доброго. До свидания.